Наверное. Почему? Твой голос для меня наслаждение. Спасибо. Thank you. Опять отправлю вот это вот. Вот. А так, мне бы хотелось бы маленькую машину. И очень бы хотелось, чтобы люк открывался. Чтобы, вот, например, летом вот буду ездить, да, жарко будет. Я открою люк. И вот так вот буду. В Москве уже все на китайских ездят. Я могу тебе купить такую. Давай. Давай купим. Вот. Ну, родители у меня думали, может, мне Купер подарить, мини-купер подарить. Вот, но я не знаю. Вот. Если честно, я несколько только знаю машин. Вот. И машину сразу, да? Спасибо за машину. Ты достойна всего самого наилучшего. Спасибо. Мини-хлам дорогостоящий. Спасибо, thank you. Вот, я и говорю, я не знаю насчет Купера, мини-купера. Вот, мой брат ездит на Opel Astra. Вот, ну вроде нормально. А так бы хотелось бы какой-нибудь Audi, либо Merce, либо BMW. Вот. Вообще люблю машину. Кто любит BMW, простите, но я вообще ни за кого. Просто мне нравится эта машина с глазками. CLS AMG 63. Вон она называется так. Вот, люблю эту машину. Хочу ее. Красивая. Аудюха тоже красивая. У нас тут тоже ездит в городе Аудюха. Вот. Вот так как-то. А вы какие машины хотите? Давайте, рассказывайте. Car. Говорите. Вот опять я к волосам тянусь, а? Что меняешь? Я заладила с этими волосами. Такие, как ты. Нет, вы какие хотите машины-то купить? Ну, о какой мечтаете машине в этой жизни? Электро что-то. Электричку. Типа машины, которые без бензина. Во, вот так вот лучше ракурс. Ага. Ух ты, какой голос классный. Спасибо. Он у меня что-то как будто сел немного. Может, из-за кофе, я не понимаю. Но я... У меня последний урок был вокал, и мы распевались. Мустанг кабриолет. Да. У меня все мои друзья ездят на тринашке, на четырке, там, на шахе, туда-сюда. Вот, тоже каталась на них. У меня опыт вождения уже так-то есть. Ты всегда такой застенчивый. Надо караоке устроить этот в эфире, и ты пела. Надо. Надо караоке, да. Ну, купи электросамокат. Нет. У нас по городу стоят электросамокаты. Зачем мне? Ладно, всего. Я хочу машинку.
Привет, милая Кариночка. Привет. Кариночка. Кариночка. Я хочу что-нибудь попеть. Ты прям такая классная, тебя все любят. Спасибо. Пронзительный ласковый голос. Иди в школу, не прогуливай. А я не в школе учусь, я в колледже учусь. И я уже на все пары отсидела. Так что, no. Ты просто милая куколка, спасибо. Я раньше в детстве куколки играла. У меня целый комод был забит куклами. Я всегда, мы заходим в магазин. Ты хорошо училась в школе? Я ударница всегда была. Вот. Что я хотела сказать? Я забыла, что я хотела сказать. Ну ладно. Я уже забыла, что я хотела сказать. А, вот мы, например, в магазин заходим какой-нибудь. И этот. Я у мамы всегда просила куколку, она всегда мне покупала ее. А какой у тебя любимый фильм или сериал? Мой любимый фильм, это я вчера вот смотрела, до конца досмотрела его. «Волк с Уолл-стрит». Офигенный фильм, просто. Леонардо Ди Каприо, это вообще, это любовь моя. «Волк с Уолл-стрит», а сериал у меня любимый.